Я готовлю для моего братика Савочки самое вкусное мяско. И беру форму для запекания и добавляю немножко масла. Ниточка размазываем все масло по форме. Вину руковицы накладываю на дно. На этот рук выкладываем мясо, которое мы застучали. Мясо надо посолить и попечить. В приправу для мяса добавляем сметану и горчицу. Сметану мы сначала берем 4-5 розок. Этим соусом смазываем мясом или можно помазать просто майонез. Сверху посыпаем оставшимся луком. Крадываем сверху помидоры. Только на одну проверим, потому что я их не убил. Мы должны отделить сыр на крупной черке. Посыпаем мясо этим нашим сыром, который и натерли. Отправляем наше мясо на 180 градусов в 1 час в духовку. Такое протертое мясо для Сачки. Ля-ля! Готовьте это.